20 часов 39 минут. Меня не оставляет. О, уже схватилась. Тяга всякие эксперименты провести. Вот видите, листвяк высверлило. Это в продольной. Ну а здесь Буратино, папа Карло. Вот немножко что-то не рассчитал. Вернее, папа Карло все рассчитал. Папа Юрич, блин. Ну немножко у нас шов ушел наклонно. Вот здесь вот почти сквозное. Ну, в принципе, чуть сбоку пойдет. Ну, кто знает, что это будет. Нет, это не Буратино, это я вам могу сказать точно. Это гораздо интереснее. Так, ну, когда соберем, посмотрим. Ну, придется чуть подсверлить еще. Сейчас возьмем наш аппарат. Че, мы зря тащили, что ли, сюда? Мы же его не зря тащили. В такую даль, в такие ебеня, можно сказать. Да, одной рукой неудобно, он уходит. Ну вот, стружка идет. Фу. Ну что, сквозняк есть? Хотя бы так, рикошетом. Нифига, куда ж ты пошел, Буратино, блин? Еще сантиметра два. Даже не два, наверное, сантиметра уже. Вот он. Фу. Ну вот он, вышел. Сейчас мы его топориком. Надеюсь, вы поняли, да, что это будет. Кто не понял, смотрите дальше. Это не адвокат Егоров, это Юрич, курсы выживания. У нас пока тут чаек подходит. Вернее, это будет какао. Но поскольку я в работе, подходит березовый сок. Буквально за полчаса. Вот почему-то с этого выше бежит лучше. Ладно, пока трудимся. Куда-то я задевал аккумулятор. Вон тот аккумулятор умер почему-то от сырости. Еще один где-то. Не помню. Конечно, я пробовал что-то подобное, но такой тщательной вентиляции снизу не было. Просто была сквозная дырка. Чурки между собой как бы собирались. А сейчас я подошел более фундаментально. Ну, тоже цепью. Вот такой вот элемент у цепочки. Ну, сейчас я подошел, видите, вот насверлил саморезы. Сверху, снизу. Просто буду крепить сверху, но, может, надо будет снизу еще. То есть и с другой стороны тоже, чтобы затянуть ее. Ну, попробуем фундаментально изобразить индийскую свечу, как вы догадались. Так, ну что, как вы оцениваете мои конструкторские потуги? У индейцев не знаю, что было. У меня береста. Делайте ставки. Заработает? Нет. 3-4. Ну, я боюсь, я, конечно, знаю, индейцы, ребята, опасные. Ох ты, ёпана мать, вот это да. Но индейцы не знали, что существует бензин. Поэтому, смотри-ка, красиво, однако. Но она у нас должна вот там вот. Она может и полететь так, слушайте, а. Красотища. Ну-ка, уберу я вот так вот. Без камеры, просто естественный. Ну, работает, тяга есть. Вон она. Ну, я решил не мучиться, просто ливанул чуть-чуть. Там заткнул вроде, но вытекло. Теперь можно покидать щепок всяких туда. Сейчас оно прогорит тут. Сквозной, кстати, нет дырки. Это вытекло через вот эти вот отверстия. То есть сквозной дырки нет.
Я вас уверяю. Вот щепки, которые, собственно, использовались. Фу. Уж пора потухнуть, ничего он так. Калорийный, однако. Собственно, я хотел ради эксперимента кружку чая сделать. Что там горит? Там я ж не лил. Красиво, да? Ух, сейчас поедет. Вот с дырки. Должно воздух подсасывать. Ну ладно, давайте попробуем что. Вот у меня есть мисочка с водой. Так, ну она еще не выключена. А, надо было эти сделать для огня. Я сделал сплошную дырку. Пазы. Вон оно что творит. Бжж. По щели прошло. Ну-ну. Эффектно, да? Ну я ж не пол-литра тогда налил, я капнул чуть-чуть. Так, ну не разваливается. Видите, паров много. Короче, если ее сделать, то это будет ракета. Че, все что ли? Не тянет. Алло, индейцы. Ну, елки-палки. Я уже тут полезную эту самую собрался сделать. Что, дырку больше надо делать? Короче, индейский способ оказался не совсем эффективным. А что тут творится? Ох, бляха. А, ну да, там еще что-то это осталось. Но там бумага должна была лежать про это. Чуть-чуть пропитанная. И что? Короче, а где, собственно? Разбираем, смотрим, да. В общем, индейская свеча без бензина не работает. Что и требовалось доказать. Либо дырки надо больше. То есть у меня отверстие на 25, два штуки. Видите? Показываю, что дно сплошное абсолютно. То есть вот щель только. Все как бы. Вентилируется как в дупле. Тут сучки вырублены. Ну, то есть, увы, система... Ай, горячий еще, ты смотри. Карабинчик накалился слегка. Ну, вы довольны? Так что, Юрич, название индейца не сдал, хотя индейская куртка. Вот сейчас разбираем, смотрим. Собственно, что там внутри. Видите? Вот кусок бумаги. Ну что, береста даже вся не сгорела. Это ж безобразие. Она даже бумага вся не сгорела. Видите? Сейчас попробуем с берестой чисто, без топлива. Я думал, пробьет, как-то прожгал он. Ничего не вышло, короче. Может, отверстие нормальное, тяга должна быть. Сильно дерево сырое или как? Вот обуглилось здесь чуть-чуть сверху. Ладно, так что экзотика, увы, не для наших краев. Пользуйтесь обычно. 21 час 12 минут. Мое какао остывает. Пока тут идут, уже остыло, греть придется. Государственные испытания. На этот раз кусок бересты использован в качестве запала. Ну и всякие щепочки. То есть решил я ничего не придумывать так вот. Кинул бересты. И вот подбираю тоже лиственницу, которая тут была. Но она упорно все гореть не хочет. То ли забивается. Пока тлеет. Это не индийская свеча получилась, а индийская дымовуха сейчас. Ну где-то диаметром 35-40, 40 где-то дырка. То есть или пень надо больше делать для устойчивого горения, или дырок больше. Ну давайте еще бересту я сдеру. Вот ее много у меня.
Сейчас попробуем еще. Сейчас ее разделаю. Секундочку, у меня просто рука должна чистая быть. Уж простите, что я вот так вот это опять. Пока будешь поджигать, блин, сам запалишься. Так, секундочку. Да что такое? Ай-яй-яй-яй. Сырая. Не хочет гореть. Есть сухая. Блин, я обожгусь тут. Не хочет категорически. С бумажкой, кстати, вполне горючая. О. Отворачиваем камеру. Должна пробить, по идее, но что-то вот здесь вот. Вот. Причем я на конус сделал на выходе побольше отверстия. Тут госиспытание. Все, да, береста закончилась. Тяга пропала и все. Крантец. Где-то там жерли вулкана горит. Да, использовать как указатель можно. Приготовить на нем вряд ли что будет, а вот это, сигналы подавать какие-то, может вполне. Веревкой скрутить, если нет цепи. Но веревка, правда, может прогореть. Ой, у меня под жопой тут. Сходил, принес чуть-чуть, но мало. Грязь просто лезет, тут ужас какой-то. В общем, что-то разочаровал меня этот аппарат. Ну, сейчас еще напихаю сюда. Стружка есть. Не хочет. Еще береста есть. Как только он эту забивает. Трубочиста надо к нему сразу, индейского. Все. Кинул стружку и идец. Не горит, забился. Слишком много. Короче, или бензинчик, или... Ну, не знаю, тут начнешь дальше разделывать, уже начнет ломаться этот пенил, не такой бесконечно толстый. Ладно, будет как резервный. Пока я воевал с индийским костром, обычный начал потухать. Я остыл какао. Так что экзотика приводит к всяким тяжелым последствиям в походе. Не придумайте то, что уже придумано до вас, короче. Живите проще, все у вас будет нормально, короче.
Все забилось. Ну не знаю, бензин так нельзя с этой, с бутылки лить, улетишь. Там может леет еще. Надо какую-то эту емкость отдельную, микро. Бесполезно. Забилось, как будто оно это. Всю жизнь так было. Вот тебе индейская свеча. Пошли пить какао. 2 часа ночи. И вот это вот индейская свеча без всякого бензина. А вот это обычный костер, который я пытаюсь реанимировать. Но свечу я тоже как бы не то слово реанимировал. Она потухшая была. Бензина тут, конечно, нет никакого. Тут все естественно. Просто я оставил, поджег ее берестой. Она начала тлеть еле-еле-еле. Кинул туда чуть-чуть щепочек, и она вот так вот прогорела за 2 часа, что внутри углей. Сейчас любую палку кинул, ну буквально даже сухие, ой, мокрые я кинул палки, вот такие вот, вот, которые явно видно, что не мокрые, а какие. Ну, результат там сумасшедший. А если кинуть сухих, то сухих тут нет, тут мокрые все, но тем не менее, вон какой жар. Да. Тут, конечно, я не сомневаюсь, что можно чайник кипятить. Ну, 2 часа ждать, пока она придет, божеский вид, конечно, долго. То есть я ее просто, она так дымила. Пока будем дело иметь с обычным костром. Опа. Не спеша дымила, короче говоря. Приходила в себя. Ну вот, смотрите, как красиво. Да, вот такой глаз там. Сейчас отведу вот это отверстие, в которое так, если отсветить. Ну, щель, конечно, прогорает, тяга идет, но уже что-то. То есть индейское ноу-хау работает, но с задержкой. Так что вот такой вот эксперимент, господа, доведенный до конца. Пользуйтесь. Если интересно будет. Конечно, очень муторно. Я ее минут 30-40 делал топором и саморезами. Ну, в принципе. А, еще пилил шуруповертом. Если у вас есть шуруповерт в походе, либо ручной, либо другой, то можно сделать альтернативу.